Здравствуйте, друзья! Мы вас приветствуем на футболе. Сегодня Рубин из Казани принимает Акрон из Тольятти. Важный матч для хозяев и, наверное, уже не очень-то важный для Акрона. И матч начался. Два центральных защитника Илья Зуев и Данил Сагуткин. Слева в защите действует Павел Шакура. Справа Константин Савичев. Опорный полузащитник Сергей Макаров. Чуть выше него действует Евгений Писегов. Навес, а Шурматов бьет дальний угол, открывает счет в этом матче. Вот так я обратил внимание на него. Говорил, что он невысокий, но ему даже прыгать особо не пришлось. Он просто отцепился от своего опекуна. Опасный момент, Зотов бьет поворотом. Продолжается атака, еще один удар и гол! 2-0. Счет становится в Казани, это Мераби Уридия. Очень много было посвящено тому, как Мераби Уридия вернулся в родную для себя Казань. Как просто отобрал Абсацев мяч у Савичева. А вот это потеря, плохая передача Тесленко, которая может превратиться в опасный момент. Убегает Опеков, будет убирать мяч под правую, бьет дальний угол и забивает. Вау. Вот это красота! 13 минут, ребята, продолжайте, какой футбол мы классный смотрим. Как здорово Опеков убрал мяч под левую, потом под правую. Но в защитной маске, в которой играет до сих пор. Удар поворотом и 3-1 счет становится. Еще один стандарт превращается в забитый мяч. Джоэль Фамие на секундочку взглянул на арбитра. Не увидел ли он какого-либо нарушения? Нет, не увидел. И можно отмечать. Фамие ищет. Дайте мне что-то. Мяч, мяч, говорит, дай мне. По-русски очень смешно. Вот сейчас не видно. И никто не может с ним поделиться. Зотов видит, что рядом Фамие. Отдает ему свободную зону. Тот его не закрывает никто из соперников. Но Фамие во второй раз не смог переложить мяч под правую. А здесь продолжается атака. Абшацев бьет в падении. Хороший момент. Все мы помним, какую пушечку Абшацев совсем недавно зарядил. Все в порядке у него с ударом. И вновь ошибся Салтыков в приеме. Ну, а это дальний удар Дзагоева. Хороший. И на добивание мог первым успеть Мераби Уридия. Волков далековато отпустил мяч от себя. Салтыков хорошо уходит от Самошникова. Прокинул мяч и мимо Тесленко тоже прострел. Ой, ударить здесь мог в касание сейчас Никита Салтыков. Но не сумел построиться под передачу. Либо не ожидал ее. Абшацев хорошо убирает мяч под левый прострел. И вот мяч в руках у Волкова. Так и не провел ни одного матча за питерскую команду. Затем поиграл в Томи из 2021 года в составе Акрона. Есть интересный факт его биографии. После этого момента Загоев свободный угол мяч не отправил, но какую передачу Фамие отдал Алану. И Загоев хватается за голову, понимает, что упустил 100% момент. Не сумел мяч обработать, но он все-таки остается у Рубина. Нет, не остается. И что, вот такой вот гол Рубин пропускает? Не понял друг друга, не поняли друг друга Дзюпин и Мартынович на последних минутах. И воспользовался этой ошибкой Абусаид Эльдарушев. Да, как будто Мартынович ждал, что Дзюпин выйдет на этот мяч. 3-2 победа Рубина. Заканчивается наша встреча. Матч был очень хороший. Первые 20 минут вообще сумасшедшие.